Меня угостили чаем, так что бодрость есть, а сил нету. И вообще скрутило в животе. Фух. Сейчас до вечера придется ждать где-то. Не знаю, на булку хлеба, если хватит, то хорошо. Сладкая вода есть мне достаточно. И вот иду к вершине горы, от нее еще 2 часа ходьбы. Фу. Если бы я вышел в 4, а еще лучше в 3, пошел бы по темноте. Туда я бы успел на все автобусы. Ну, может, сейчас еще успею, если там есть какой-нибудь среди бела дня. Узнаю.